Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня я вам хочу показать больше идей на тему питомцев на новогоднее обновление. Ну а перед началом хотел попросить тебя подписаться на мой канал, потому что мне будет очень сильно приятно. Чтобы тебе это сделать, это совсем бесплатно. Поэтому скорее спускайся, нажимай на красную кнопку подписаться, мне будет очень сильно приятно. И первый питомец это у нас вот такой вот снежный барс. Он у нас будет ультра-рар и будет стоить 800 конфет. Но этот питомец мне дико нравится. И ультра-рарки он, я думаю, не достоин. Он достоин легендарки. И следующий питомец это у нас вот такой вот мороженое-дракон. Он стоить будет у нас 2000 конфет и будет легендарный. Следующий питомец это у нас вот такой вот козлик. Стоить он будет у нас 1000 пряников и будет ультра-редкий. Я бы его, наверное, сделала не таким, как вы сейчас видите на фотографии, таким более переливающимся. Я бы его сделала более серой. Просто вот такой вот серый питомец. Следующий более крутой питомец, это у нас вот такой вот пряничный Фрост. Мне этот питомец очень сильно нравится, и Фрост тоже такой прикольный белый. И такое чувство, что это просто какой-то скин, поэтому я бы этого питомца, наверное, не хотела. Следующий питомец, это у нас новогодний дракон, он... Посмотрите, какой белый у него такой, на носике еще есть снежок. Этот питомец мне очень нравится. Я думаю, он у нас будет просто ультраредкий. Поэтому я бы этого питомца очень сильно хотел. Следующий крутой питомец, это у нас собака-олень. Я бы, наверное, у него носик сделал не таким обычным сереньким, коричневым. А сделал бы его красным. Ну а так, в принципе, мне эта идея очень сильно нравится. К сожалению, последний питомец это у нас замороженная лягушка или ледяная лягушка. Этот питомец мне вообще не нравится, так как лягушки совсем не живут в холодном климате. Я просто не вижу смысла выпускать этого питомца. А это были все интересные питомцы. Если тебе понравилось это видео, нажимайте на красную кнопку подписаться, нажимайте на лайк. Ну и всем пока-пока!